все, вот эта дорога. Выбрались прогуляться по приятному лесу с твердым покрытием. Ну объясняй, куда мы идем, зачем? Мы идем на Улан-Удэ. В общем, я здесь случайно, я к этому спорту никакого отношения не имею. Да-да-да, всегда все так начинается, я здесь случайно, я поболеть пришел, а потом стоишь такой на старте какого-то айронмена. Как в прошлый раз. Ты убиваешь. Как в прошлый раз на шоссейнике в Новнах, на какой-то пахоте. Правее, вот по этой центральной дороге, да? Ну вот наше направление. Вот такая грязища. Везде. Нормальный денек. Сейчас еще дождь должен будет пойти. Будет вообще четко. Ну, в общем, ничего нового. Опять Оля говорит, пойдемте, я знаю дорогу. Отмазки какие-то пошли про то, что видишь, не видишь, есть или нет. Такая лайтовенькая прогулочка, только не велосипедная, как в прошлый раз. На шоссерах мы катались, а пешочком. Идешь, не напрягаешься, нормально, трава не запутывается, мухи не кусают, все прекрасно. Буквально в час падает. Все нормально у нас.